Кировского мясника будут лечить в Днепре. Киевский райсуд Одессы признал невменяемым 30-летнего преступника, который в январе этого года зарезал своего отца и его друга, после чего обмотался кишками одной из жертв и вышел на улицу. По решению суда убийцу будут принудительно лечить под постоянным надзором в психоневрологическом диспансере в Днепре. Экспертиза показала, что во время совершения убийства мужчина находился в неадекватном состоянии и не мог себя контролировать или осознавать свои действия. Во время задержания он называл себя Богом, которому не поклоняются.